Бонжорно. Бонжорно, сеньоре. Мы сегодня в гостях у Давида Корса, шеф-повара Боско Кафе. Мы все знаем, что в период самоизоляции мы обязательно должны употреблять витамины. Правильно. Да? И желательно натуральные. Конечно. Давида, а скажи, пожалуйста, какой ты сегодня нам приготовил сюрприз? И что у нас сегодня будет за витаминный сок или коктейль, не знаю, как все правильно. Ну, по сути, смотрите, я давно использую, да, вот этот рецепт, смотрите, красиво. Да. Я иногда моим гостям рассказываю, это бокал вино катита. Это не кровь? Нет, еще нет. Это получается омолаживающий сок называется. Почему омолаживающий? Здесь находится свекла, яблоко и немного имбирь. Попробуй, пожалуйста, смотри, какой красивый. Ну, красиво это... Ладно, это мы делаем, когда любое изготовление из свежей продукции, вы знаете. Здесь сахара вообще нет? Нету. Можно? А скажи, пожалуйста, что мы для приготовления этого сока, что, какие ингредиенты мы должны взять? Свекла. Сколько? Ну, получается, смотрите, здесь находится 200 грамм чечины без кожуры, да. Яблоко, получается, ну, два маленьких яблока зеленые, по-разному бывает. И достаточно вот этой, ну, 10-15 грамм имбирь. Имбирь. Это имбирь играет роль просто для пикантности. Да, свекла сама, она получается, ну, сырая, да? Ну, не знаю, как объяснить по-русски, она будет на зубах. Ну, свекла слишком известный в России продукт, поэтому мы свеклы много чего делаем, например, борщ, да? Да. И чтобы, наверное, придать более изысканный вкус... Яблоко и имбирь. Яблоко и имбирь. Ну, я так читал и... Ну, в общем, я выпью, и сколько мне лет будет? Ну, надо немного заказать такие, и обещаю полгода. Скажи, пожалуйста, и вот если вот наши слушатели захотят заказать, мы можем это организовать доставку, да? Конечно, ну, Боско Кафе работает на доставке, она, вы найдете на сайте Bosco.ru, да. И получается, там находится все наше меню, наши ингредиенты, а, как обычно, бывает наши постоянные гости, они звонят, да, сырный котлет, можно еще пицца, пожалуйста, делаем пиццу, ну, мы ничего не оказываемся, поэтому... Дорогие друзья, мы с Давидом пьем за ваше здоровье, ну, в частности, сейчас я. Аля салюта. Давай я с тобой. А, вот. И я надеюсь, если вам будет интересно, мы с Давидом в следующий раз расскажем вам еще о каком-нибудь интересном витаминном коктейле, да? Да, низкокалорийный тоже есть, расскажу. А это калорийный разве? Нет, не, калорийный нет, это больше витамин для омолаживания кожи и так далее. А, полезно, хорошо. Салюты. Чин-чин.